В новом театральном сезоне Народный театр имени Васильевых предлагает вам сюрприз. Это целых три премьеры. Первая премьера – это спектакль, поставленный по пьесе Тургенева «Разговор на большой дороге». Это история про одного помещика. Рассказывать сюжет я не буду. Примечательный спектакль тем, что режиссер-постановщик – это Игорь Федорович Терехов. Наша совместная с ним работа. Большую часть по постановке лежит на его хрупких плечах. Интересная постановка. Ждем вас на премьере. Второй спектакль по пьесе Влады Ольховской «Добрые жены». Это детективная история с неожиданной развязкой. Примечательно пьеса тем, что в ней только женские роли. На самом деле очень сложно найти пьесу, чтобы в ней было как можно больше женских ролей и меньше мужских. Но вот попала эта пьеса мне в руки и сразу захотелось ее поставить. Ищу текст, вот все что угодно. Третья премьера пьеса Пушкина «Трагедия». У нас есть опыт постановки большого спектакля из маленьких одноактовых пьес. Это чеховские пьесенки. Мы попробовали, и нам очень понравилось. Критика! Особенно, когда приглашают музеи, библиотеки. Они просят какой-нибудь маленький отрывок. Но отрывок из большого спектакля – это всегда проигрышно. А вот привести одноактную пьесу на их площадку – это очень здорово. Это законченное произведение и очень хорошо воспринимается зрителя. В спектакле «Трагедия» и «Моцарт и Сальери» у нас играет актер из Владивостока. Не забудь просто. Дима Цыкал, он уехал и живет сейчас во Владивостоке, но мы с ним списываемся, репетируем и, надеюсь, порадовать зрителя новой премьерой. Ждем вас на наших спектаклях. Вообще все за нас. Что ж, в новом театральном сезоне, надеюсь, у нас все будет замечательно, все будет хорошо. Вот, если все будет идти так, как мы планируем, то уже в октябре мы порадуем наших зрителей спектаклями. В октябре мы планируем показать два спектакля. Первый спектакль уже знаком нашим зрителям, он называется «О братьях наших меньших. Исповедь на заданную тему». Чем мне нравится этот спектакль? Ну, во-первых, это достаточно необычная форма для нашего коллектива. Да? Спектакль у нас сделан в форме вербатим. А вербатим – это такое, скажем, такой формат спектакля, который основан на реальных историях. Да? То есть у нас люди выходят на сцену, рассказывают истории о своих взаимоотношениях с домашними питомцами, не только кошками и собаками. Вот. Есть у нас еще, конечно, скажем так, противоборствующие, конфликтующие стороны. Но вот те, кто у нас были на спектаклях, они очень часто сравнивают этот спектакль с каким-нибудь ток-шоу, либо с группами психологической поддержки, когда человек что-то рассказывает, остальные все слушают, потом хлопают, ему как бы хорошо. Но мне кажется, что все-таки у нас не совсем ток-шоу и не совсем у нас группа психологической поддержки, потому что у нас все по правде. То есть люди выходят, рассказывают, иногда истории смешные, иногда они трагические. Так, еще один спектакль, тоже уже знакомый, называется «Здесь и по ту сторону». Ну, он полностью соответствует нашему профилю, названию даже нашей студии «Демиурги». Это спектакль, в котором одной из главных ролей играет смерть. И вот на этом строится весь сюжет спектакля. То есть это некая такая сборная конструкция, да, которая состоит из различных кусочков, связанных либо одной идеей, либо одним персонажем. А я бы не сказал, что это трагедия страшная, там, да, когда люди смотрят и думают, ой, какие страшные вещи нам тут рассказывают. Нет, это как бы достаточно юмористическое зрелище. Конечно, там есть глубокий смысл, ради чего, в принципе, поставлен спектакль. А в отличие от той версии, которую мы показывали раньше, эту версию мы добавили. Мы добавили туда несколько новых отрывков, да, которые как бы хорошо ложатся вот в идею спектакля.
Ну, я думаю, что вот этот обновленный спектакль будет интересен даже тем, кто его уже видел. В ноябре. Ноябрь, можно сказать, у нас такой премьерный месяц. А вообще, конечно, то действие, которое мы собираемся вам показать в ноябре, мы планировали его показать еще в сентябре. Но вы сами понимаете, что из-за текущей ситуации как бы это было невозможно. В общем, не буду ходить вокруг да около. А мне исполняется 25 лет, как я пришел в театр, четверть века. Вот. И я решил, что, наверное, это хороший повод отметить. Да, у меня 2 года назад уже был маленький юбилей режиссерский, 10 лет режиссуры. Вот, скажут, Алексей Сергеевич, вы прям как этот, у вас постоянно какие-то там юбилеи, ну а что сделаешь? И вот решили мы сделать спектакль, концерт, я не знаю, как это назвать. Он будет достаточно продолжительный, в нем будет 2 действия. У меня просто так получилось, что вот 25 лет, и как раз вот посередине вот 13 лет я был актером, а последние 12 лет я режиссирую, вот режиссер. А еще 5 лет, как бы у меня уже своя студия появилась театральная. И вот как-то это вот все вот так вот скопилось очень сильно. И, естественно, за 25 лет накопилось очень много, наверное, интересных вещей, архивных вещей, которые хотелось бы вспомнить, поделиться с зрителями, посмотреть на меня и как на режиссера, и как на актера, и, возможно, даже еще каких-то талантах моих узнать, не знаю. Поэтому, уважаемые наши зрители, мы надеемся, что начиная с октября вы вновь вспомните, каково это сидеть в нашем зале, на наших креслах, смотреть наши спектакли. Обязательно придете, поддержите нас, вот, потому что мы ужасно по вам, по всем соскучились. И надеемся, что вы по нам соскучились тоже. Поэтому до встречи на наших спектаклях. Дорогие зрители Образцовой театральной студии «Этюд», наконец-то рада вам сообщить, что мы будем рады видеть вас на наших премьерных спектаклях, которые мы вынуждены были отложить, и очень сильно по вам скучали, готовились все это время. И ждем вас в ноябре месяце в ДК профсоюзов на премьерном спектакле по пьесе моей, которая называется «Нина». Это такой спектакль воспоминания, который состоит, конечно, на 50% вымышленные какие-то моменты, 50% это реальные истории, но там фамилии, имена персонажей изменены. Спектакль посвящен детям-дальневосточникам, которые жили во время войны, Великой Отечественной, Второй мировой, и послевоенное время, как они работали, восстанавливали город Благовещенск и город Свобод. Спектакль несколько временных отрезков, начиная с 1935 года и заканчивается всего 2000 годом. И также место действия у нас два, это город Благовещенск, даже три. Город Благовещенск, Свободный и Москва. Попутешествуем с вами немножко по времени и по нашей необъятной родине, немножко, конечно, фантазию. При поддержке фонда президентских грантов, дорогие зрители, вы сможете посетить этот спектакль. И в декабре месяце, в рамках 10-летия нашей образцовой театральной студии, мы приготовили для вас премьерный спектакль, который называется «Субастик» по книге Пауля Маара и пьесе Андрея Ернева. Спектакль «Субастик» — это очень интересная постановка. Она подходит для людей разного возраста, то есть дети от 6 лет могут найти в субастике себя, родители смогут увидеть тоже и своих детей в этом персонаже, и себя, и чему-то научиться, повеселиться и погрустить вместе с главными героями. И, конечно же, музыкальное оформление, которое специально для этого спектакля подобрано, написано Григорием Дубянским. То есть спектакль, можно сказать, такой будет прям новый. Субастики. Занят почти весь актерский состав нашей образцовой театральной студии. Это почти 50 человек. Ребята разного возраста, от 8 и до 25 лет играют в этом спектакле. Поэтому можно сказать, что покажем несколько поколений. При подготовке к этому спектаклю наши ребята, можно сказать, стали цирковыми артистами и трюки различные осваивали, потому что такой энергичный, экспериментальный,
необычный спектакль. Все-таки юбилей, день рождения, поздравления после премьерного спектакля. Очень-очень ждем вас к нам на премьеры спектаклей. Приходите, увидите все своими глазами, узнаете, как же там у нас все получилось. До встречи!